Природа – это неисчерпаемый источник вдохновения, считает Мария Аргир. Жительница Расторгуева на протяжении многих лет фотографирует местные пейзажи. Сейчас в зоне внимания Сухановский лес, его флора и фауна. На более чем 40 снимках, которые сделаны в разные времена года, запечатлены уникальные животные и растения. О том, что они обитают в наших краях, многие наверняка даже и не подозревали. Суханово – это не только жемчужина Подмосковья в плане исторических зданий и объекта культурного наследия, но также это объект природный, очень интересный. В 2021 году на деньги жителей было произведено рекогносцировочное исследование этого леса. Было найдено 19 редких видов, в том числе краснокнижных животных и растений. Полюбоваться красотой живописного леса можно в Расторгуевской библиотеке. Сотрудники с удовольствием разместили работы фотохудожника в своем выставочном пространстве. Осветила в таком замечательном, красивом формате, что вот мы не могли не откликнуться на вот зов этот экологический, сделали свою выставку вот этого замечательного человека. Фотограф Мария Аргир еще и прекрасный художник. С ее картинами выпущены декоративные подушки, календари, магниты, сумки и кружки. Также представлена здесь моя книга, которая посвящена частично Расторгуеву. То есть, можно сказать, немножко краеведческая такая тема. Вот, это воспоминания из детства. Выставка организована в рамках экологических мероприятий, которые в Расторгуевской библиотеке проходят на постоянной основе. У нас каждый месяц проводятся экологические мероприятия, допустим, эко-январь, эко-февраль и так далее. И мы проводим с детьми, вот в январе у нас заповедники России, и там вот по месяцам у нас много различных мероприятий. Главная задача экспозиции, как отмечает Мария, привлечь внимание жителей и гостей округа к вопросам ответственного отношения к природным ресурсам нашего края. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.